На ковер приглашается Кондров, Лужан. Готовится. Кондров, Лужан. Готовится. Лисниченко, Костин. Кондров Евгений. Лисниченко, Костин. Лисниченко, Костин приглашают на татами. Время встречи. Борьба на первое техническое действие. Готовится Котюбенко, Цирбу. Котюбенко, Цирбу, Игорь. Победу одержал Лисниченко. На ковер приглашается Котюбенко, Цирбу, Игорь. Готовится Кондров, Лужан. Победу одержал Кирилл Васильев. Кондров, Лужан, приготовились. На ковер приглашается Белега, Фомин Игнат, Белега. Победу одержал Цирбу Игорь. На ковер приглашается Кондров, Лужан. Победу одержал Лужан.
На тебя приглашается постовет сын Бог Христиан. Готовится церкву Игорь Антошев. За колени не становись. Две захваты. Финальная встреча. Победа одержала Постовет и занял первое место в своей категории до плюс 46 килограмм. Борьба за третье место. Сырку Игорь, Анташел. Анташел и Бан. Готовится Лужан Лесниченко. А по время на три приготовится Медведев Тиху. Победу одержал Илья Максим. Победу одержал Игорь и занял третье место в своей категории плюс 46 килограмм. На ковер номер 3 приглашается Медведев Тиху. На ковер приглашается Лужан Лесниченко. Медведев Тиху. Готовится Байбак Самошкин. Байбак Самошкин, приготовились. За ними приготовится финальная встреча весовой категории 3-4 килограмма. Георгийцы Артем, Следников Александр. Победу одержал Медведев. На ковер приглашается финальная встреча в своей категории 3-4 килограмма. Георгийца Артем, Следников Александр. За ними приготовится борьба за третье место. Телега Максим, Соколадный город. Готовится Байбак Самошкин. Саша, посади, посади. Победу одержал Лужан.
На ковер приглашается Байбак Самошкин. Готовится Урсаки Мельник. Урсаки Мельник, приготовились. Победу одержал Самошкин. Ну, кисели. На ковер приглашается Урсаки Мельник. Квартал, квартал, Лоша! Готовится Лужан. Вот ты, Крачу. Где мы здесь? Время. Победа одержал Георгий Артем, стал чемпионом весовой категории 3-4 килограмма. Победа одержал Мельник. Борьба за третье место. Телега Соколов. За ними приготовится Медведев Радаман. На ковер приглашается Лужан Крачу. Борьба за третье место. Победа одержал Лужан, занял третье место в весовой категории плюс 46 килограмм. На ковер приглашается Ковальчук Тока. Готовится Гордина Олейников. Не
Победу одержал Ковальчук. Готовится Самошкин, Мельник. Через 10 минут на татаме номер 2003. Елена Максим занял третье место в своей категории 34 килограмма. На КВ номер 3 приглашается Медведев. Победу зашел Олейников. Самошкин, Мельник. 2003-2004 год рождения. 50 килограмм. Татаме номер 2. Через 5 минут. Готовится. На ковре номер 3 весовая категория 38 килограмм. 2003-2004 год рождения 50 килограмм. Татами номер 2. Горчак Олег, Кушнеров Роман. Готовится Ковальчук, Олейников. Победа одержал Мельник. На КВ завершается Ковальчук, Олейников. Готовится весовая категория 50 килограмм. Абаби Данил, Чибан Вадим. Абаби, Чибан, приготовились. Победу одержал Ковальчук. На ковер приглашается весовая категория 50 килограмм. Кадеты 2003-2004 года рождения. Абаби Данил, Чибан Вадим.
На ковре номер 3 готовится из категории 38 килограмм. Горчак Олег, Кушняров Роман. Готовится Булат. Команда первого технического действия. Беженат. Булат, Беженат приготовили. Победа одержал Чипа. Готовится Враби Кирилл, Чингин Денис. Враги и Чингин приготовились. Победу одержал Булат.